Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Ох, я ведь сегодня совсем заработался. Не мудрено, у меня вон сколько дел. Яблоньки в саду побелил, обед сварил, в комнатах убрал. День-то сегодня непростой. Нужно, чтобы все вокруг празднично было. Здравствуйте, ребята! Здрасте, папа и мамы. Да. Еночь, мы не опоздали, нет? Да. Ничего, в самый раз. Ну, теперь рассказывайте, что вы хорошего сделали. Я бельчат в лесу помирила. Они поссорились, а я им доброе слово сказала. А я помог тетушке Матильде подклеить книжки в библиотеке. Ну, сказки там, истории разные. А я красивый рисунок нарисовала, избушку нашу украсить. А я цветы поливала. Мне Зубок и Коксик помогали. Ну, молодцы. Все, значит, к празднику подготовились? Да. Ну вот, сразу видно, что вы настоящие друзья, когда вместе любое дело спорится. Ну, раз все дела переделаны, тогда можно и всех с праздником поздравить. Ну, конечно. С праздником Светлого Христова Воскресения вас, дорогие папы и мамы, мальчики и девочки. Желаем вам здоровья, радости, помощи Божией во всех ваших делах. И пусть в ваших домах будет всегда светло и радостно. И пусть вокруг вас всегда будет много добрых людей. И верных друзей. И никогда не ссорьтесь, живите дружно. Пусть не будет обид или ссор между вами, если даже совсем не выходят дела. Помогите друг другу, останьтесь друзьями. Чтобы дружба, как солнце, светить вам могла. Подарите друг другу улыбку и счастье. Внимательней будьте к заботам друзей. И тогда лучик дружбы рассеет ненастье, и тогда станет в мире немножко светлей. Мы желаем вам всего самого доброго, дорогие наши телезрители. Увидимся на нашем любимом канале для детей и взрослых. Радость моя!